Женский коллектив занимает довольно значительное место в экономике нашего города. Больницы, казначейство, банк, сфера обслуживания находятся в руках слабого пола. Однако за видимой хрупкостью и нежностью скрываются незаурядные способности. В своем поздравлении глава города напомнил не только о достижениях на трудовом фронте, но и отметил наличие у женщин не менее важных качеств. Хочу сказать, что, наверное, каждый мужчина, несмотря на сильные черты его характера, ему всегда хочется, чтобы дома его ждал человек, который окружает его заботой, семейным теплом, который воспитывает его детей. И, скажем, атмосфера в доме всегда зависит именно от того, как женщина вот, умеет управлять мужчиной. Свои пожелания добавил представитель депутатского корпуса. Основные праздники для вас, конечно, это тяжелые будни. На ваших плечах, так сказать, основное устройство этих праздников, чтобы, как говорится, гости и ваши близкие торжественно себя чувствовали. Ну а сегодня по праву ваш праздник, поэтому добра вам, счастья, любви, здоровья вам, вашим детям. Своим трудом, участием в общественной жизни эти женщины добились определенных успехов. Деловые качества по праву признаны. Вклад в социально-экономическое развитие города отмечен руководством. Лучшие представительницы повсюду. В сферах здравоохранения, образования, культуры, на предприятиях, в управлении домовыми и уличными комитетами. Среди награжденных инженер ЖКХ по охране труда Елена Шатохина. Вот уже 10 лет в ее обязанность входит защита технического персонала, в том числе и мужчин, от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. Она согласилась открыть секрет того, как можно оказаться в почетных рядах. На прощание искренние пожелания всем уваровским женщинам. Ирина Мерзлякова, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.